Уже 18-й раз Сарапул торжественно поздравляет победителей городского конкурса «Одаренное детство». В этом году их рекордно много – 96 человек. Юные спортсмены, танцоры, певцы, музыканты, актеры, общественники. Зал заседания администрации еле вместил всех лауреатов. Я посмотрел некоторых номинантов. Мне кажется, у нас уже есть отдельные семьи, дети которых уже вот вся семья от «Одаренное детство» разных лет. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы прилагаете чуть больше усилий, чем ваши сверстники, и добиваетесь самых высоких наград. Успех детей – это также усилия их родителей и педагогов. Это ваши педагоги, это ваши родители. Это дорогого стоит, потому что они за вас болеют и делают все, чтобы вы с каждым годом прирастали, становились умнее, интереснее, заметнее, успешнее. Лауреатам конкурса «Одаренное детство» Сарапула вручили свидетельство о занесении их имен на доску почета, которую по традиции торжественно открыли на фасаде Дворца культуры радиозавода. Юная скрипачка, призер различных музыкальных конкурсов и фестивалей Дана Мымрина призналась, что рада была увидеть свой портрет среди победителей конкурса. Я чувствую радость, что мой труд, мое творчество не стоит на месте и оно дает мне какие-то результаты. Ну, тяжело совмещать, да, бывает. Ну, стараюсь, пытаюсь. В будущем планируешь связать свою жизнь с искусством? Планирую. Куда пойдешь? Не знаю, но пока в музыкальное училище, думаю. Участники танцевально-спортивного клуба «Ника» неоднократно становились лауреатами конкурса, но радуются победе, как в первый раз. Радость. Мне очень понравилось, как нас награждали. Мы рады, потому что наш коллектив каждый год попадает на эту доску «Одаренное детство» Сарапула. И это не только для нас радость, но это и радость для педагогов всех. Своим сверстникам ребята желают не расслабляться, не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед.